Пурим – один из самых веселых еврейских праздников отметили в Новосибирске. По преданию, почти 2500 лет назад персидский царь чуть не истребил все еврейское население. Идею геноцида правителю подкинул один из придворных по имени Аман. Но благодаря жене царь не только не стал убивать евреев, но и казнил того, кто это придумал. Чудесное спасение иудейского народа в Персии стало поводом для праздника. Главной изюминкой Пурим в Новосибирске стала кулинарная битва шести непрофессиональных команд. Участникам предложили приготовить три блюда – шакшуку, еврейскую яичницу в томатном соусе, салат из тунца и авторский десерт на свой вкус. В итоге победила дружба.